нахуй, хватит и 5 человек, чтобы его убить. А дева, блядь, вы что, блядь, курите, что ли, нахуй? А, это да. Ребра. Да, да, да. Чё, пацаны, это думаем-то? Вы все уже собрали пачку, да, идете? Понял. Да ничего, нахуй, сижу, РТ жду 40 минут, бачу. Я хочу посмотреть, как они ВК-25 за воскресенье будут убивать. Просто, блядь, неинтересно. Гильдия, блядь. Понял. Да нет, нормально, нахуй. Я просто хочу посмотреть прям стрим, понял? Прям не стрим, а прям, чтобы кто-то, блядь, подключил, нахуй, запись прям кто-то вел, чтобы, короче, куда-нибудь, как ты делал, типа, на YouTube, да? Да похуй, забей, блядь, сейчас конгломераты разовьются, нормально все будет, нахуй, там пацаны шаристые. Там и у ГМа, блядь, отношения, знаешь, уже не такое, как у НАУ, блядь, типа. Но... Типа, мне Нау говорит, понял, тут на днях, типа, мол, ливай, не ливай, я сижу, думаю, блядь, ливни. С Годфайзером. Нет, не душит там. Я ему говорю, что на РТ не хочу ходить, потому что мне надо Т4, блядь, а с вами я не выбью, типа, мол, приор, не приор. Вот, и, короче, понял, он говорит, ну, если, говорит, не ходишь с гильдии, мол, ливай, нахуй. Я вот сижу, думаю, может, реально, блядь, хули, а чё мне терять, типа, блядь, у меня сейчас конгломераты сейчас оденутся, разовьются, блядь, и поверь, они будут закрывать все это не хуже Godfather, ну. Это, блядь, стопроцентная инфа, нахуй. Типок сидит, блядь, он, нахуй, в 215-м, блядь, шмоте фулкару, нахуй, закрыл, да, ладно, там, ты помог, чё, да, там, кого, ну, при этом, блядь, с их ДПСом, да, они закрыли это говно. И плюс, блядь, это ик они, нахуй, десятку, да, ну бы дошли, блядь, в своем говношмоте, нахуй. А у нас, блядь, 230-й, идешь, блядь, в кару, нахуй, и нихуя, блядь, никто не может. У меня, блядь, эрдру, он вчера, нахуй, ходили мы, короче. Эрдру на Аране падал от элементалей, блядь. Покровительство природы тыкнуть тяжело было, понял, человеку. Но, помимо хоток, блядь, ходки накидал, стоит, умирает. Я сижу, смотрю его, и трохинку чем сидит. Сижу, думаю, о покровительстве, что нахуй не надо, да? Ну, короче, пиздец. Там люди привыкли играть по шаблону, блядь. Вот эрдру, все, ходки накидал и сиди. Это хуйня полная. Ладно, пойду там с животным пообщаюсь одним. Камимарова, у тебя есть спек демона? Ну, вот. Ну если что, спек не что, если демоне там 36 на улице Дарга, то что вопросов не было. Если сможет, спек не что демона на бой. Бля. Краю парапета не подходите, пожалуйста. Не будете агрить этих мобов, они с края парапета агрить.
Походу и ВК будет подумать, кстати. На следующее КД в четверг можно поспрашивать, может кто-то еще захочет собраться нормально, пачку какой-то закрыть. Этого убьем и Монику собирать дальше там по ступенькам наверх до выхода, до второго подъема на улицу. Помню, я с Моникой куда-то ходил в рейды. Знакомый не пиздец. Собирай выше, выше идем. Не бейте одного моба. До верха собирай. На ком дебаф будет от моба, отходите от остальных, пожалуйста. Бан.
который под стенкой стоит, Моника, его не агрит, если там стоит, типа не мобайл, аккуратно пройдем. Смотри, лог. Я забаню одного, если второй придет. А второй не придет, он там хуй знает, где стоит. Этот боешек какие-то. Забань, забань большого лог. Если кому-то надо эти боешки, ну, боешки, а вот смогут. Нормально, на лог, ну что вам там надо. Отведи одного, короче, в сторону. Отойди, я одного забаню. Того, кого отвели, вот этого бьем. Я по контролю этого. Бля, это вечная проблема, особенно в 25-ке, когда шоки забань, тебе пиздец. Бан, разбан, бан, разбан, бан, разбан, нахуй. Нет, кары 25-ки нету, тут только 10 обычка будет, 10 гер. Было бы прикольно в кару 25-ку сходить. Как минимум. Я еще заразился.
Войт, настало твое время. Эрель. Красноязычество на босса кинь его, я дам этого, а ты красноязычество на него кинь. Окей? Забыл сказать за это. Вообще с головы вылетел. Первый убьем шаман Герудова. Смотритель снабжен всем необходимым для защиты галереи. Я так понял, я один остался последнюю сферу добивать, а потом босса свичнулся, да? Да, 180 тысяч по сферам у тебя. Даже у Камерова больше, и у Приста больше. Хан вообще в сферы не свичился. Шаман Дагатура умер, да, я так понял? Поэтому. И то он умер, у него 190 тысяч по сферам.
Да он умер просто. Я не знаю, умер ли я. Сейчас посмотрим. Хан, ты слышишь в Дискорде? Ты можешь сферы свечиться? Дружище, я вот сейчас смотрю, я могу тебе скриншот в Дискорд скинуть. Смотрите, в Дискорд скинул скриншот. Ты ни разу сферу не ударил. Бил сферу, у меня 650 тысяч, Void Frozen 182 тысячи, второй ретрик по огню 550 тысяч, потом идет камерал, астральный огонь 331 тысяча, ШП, астральный огонь 266 тысяч. Я скинул во флудилку, вы не видите? Окей, в гостинку, в гостиную все видят, скинул в гостинку. Скриншот. Вот, смотрите. Вон, даже танк 113 тысяч. Ну и Драгатур умер 144 тысяч. Потому что у нас с нашим гиром не должно быть такого. У нас, блядь, одна сфера не сдохла, вторая уже вышла. Прочитайте это заклинание. Я не знаю, как ты свечился, Хант. У тебя урон только в смотрителя. 821 тысяча, 65 кдпс. Даже и ШП свечился, который в априори не должен этого делать на этом бой. Знаю, вам ретриком до прилива вообще с АУЕ печатью надо этого босса бить. Я не знаю, зачем ты печать порчи себе ставишь. Он крох 233 пишет. Хант идет до свидания, значит. Пригласить. Да, у меня рейд забагался. Давай его. Да, ты его ставил. Не, ну престол можно свитчиться, знаешь, чисто палец кинуть. Палец и дотку. И все, типа. Ставлю шкаф. ХЗ, типа там, если у него хата есть. Я думаю, чё, блядь, не умирают сферы, ебать, вторая выходит. Я сначала не понял нихуя. А потом глянул, Хантай горит, пол лимона набил. Меня не может скада не показывать, что... Там свечи, там когда свечится, там скада отображает депо. Смотрел вообще в рекаунте? Хант бил по сферам? У меня не показывает, он 0 урона по сферам нанес. Давайте рыбак. Еще не готово. Не знаю, есть у кого-то рыба? Без рыбы нормально будет.
Трейд там красный стоит, ДД плюс-минус. Вар в синий босса будет держать на спиной. Следующая сфера появится. Не-не-не. Давай, девочка. Играем по боссу. По боссу играйте, забейте на сферу. Боника просиливается. Первый раз такой. 10 225 мне давал. Сейчас босс поправил. Потом сферу сразу. Сферу убьем, сферу играем по боссу. Сферу убили, потом по боссу. Страшно, что на меня уехал. Потом две штуки не было. Переводим босс. Роль посох надо кому-то. 3, 2,
дадим. Лук выиграл. Токены потом будем ролить. Так, такие шмотки сразу, токены потом. Ну, теперь надежда, то, что кондёр упадет. Че, будем пробегать или будем чистить? Ну, я думаю, мы не вайпнем. Блин, ну... Поговорите. Там одна руль... Один этот... хуйня на рулетку. Забей. Так что, я на себя даю СС или на хивапку? Нет. Это не анрол, ты анрол будет. Смотри, давай сейчас так. Я даю на... На кого? На Войда даю СС. Спекнись с танка. Да, там только монету дают. Короче, на Войда даю СС. Сейчас будет два танка, Вара и Паладина, бегите. Я бегу, ну все остальные бегут за вами. Если что, вдруг на меня на Лока Диман дадите Паладин. Окей? Режиме расскажу, Рога. Unroll будет, если сейчас упадет, то кондер. Если кондер не упадет, то с хвоста Т4 на паладина будет Unroll голова, типа. Эти руки не Unroll. Это я просто сейчас собрал, чтобы не ролить токены. Много людей ходят на смотрители чисто за руками. Чтоб эти люди не ливнули сейчас, когда я разролю, а пошли дальше. Вот зачем. Вам не наверх забегите, куда до угла. Кто там бой? Все, в принципе, там в углу можно. Ну все, в углу можно умереть. Здесь можно умирать. Да зачем? Типа, и так нормально. Знаю, он дерется с мобами. Все, мобы заэвейдили. Вставай, Войда. Все остальные заходите в инсте сейчас со сумой. Или мастер, масрез дают. Нихуя себе. Вот это вы, да. Жесткие пацаны. Или он обычный рез дает. Кап нажми. Кто осмелился призвать меня? Нормально. Моня, приз тут. Приз здесь. Давайте кушать, рыбакать. Поехали дальше. Накопите в 2 хила будем. Я не хочу в 1 хила экспериментировать. Нахер надо. На аране тоже. По поводу арана, Лок, слышишь? Если что, мои 2 будут справа. Одному пир, одному бан. Твои 2 слева будут. Сразу тебе говорю. Это первая метка звезда. Бьем ее. Как будут расти, звезду Войд первый стан даешь. На втором мобе второй паладин. Когда расти будут начинать, стан закинешь. Бля, инс легкий, но вот реально, если так ходишь, да, вот этих мобов, если не контролить, не станом, еще какой-то хуйней. Да, вот, запах. Мы, еще раз говорю, мы перед Малхизаром, мы убьем всех до Малхизара. Мы перед Малхизаром пойдем убьем еще Деву. А после Девы пойдем на Мал. Все остальное, я не знаю. Если кто-то останется, если люди захотят, попросил Войд стан дать, ну. Печеньку стан дать, это будет расти, пиздец. Вот сейчас будет расти, и нам будет стан. Я понял.
пацан к успеху, что он не фартанул, блядь. Средства таких пацан сразу. Че, на группу вот поставить? Нет, просто деву можно убить лучше так. Типа коня можно там в 5-6 человек убить, просто что трэш будет долго. Здесь конь легкий на самом деле. Там ничего такого сверхъестественного не надо. Если люди останутся после Малчезара, можем пойти остальных убить. Опять, если останусь. Не, шахматы нахуй надо, я там ни разу не был в пизду. Я видео посмотрел на ютубе, я не умею в шахматы играть. Это не мое. Я, блядь, тупой. Я в шашки в школе играл, поэтому. Да, ну, шарю, но, блядь, чтоб прям пиздец. Нет. Как ходят, я знаю. Конь буквы Г ху. Не, нахуй, нахуй. Не знаю, там... Ну, посмотрим. На самом деле я сходил. Типа потом дальше. Дальше кара ХМ будет, и там будет неплохой шмот, наверное, падать. Типа. Ну, я же говорю, типа, надо будет когда-то учиться этому. Не знаю, посмотрим. Приоритет, я говорю, перед Малчезаром дева, потом убьем Малчезара, если останемся, там плюс-минус 7-8 человек, можно будет пойти и остальные корпусы убить, если будет желание. Смотри, давай посмотрим. Открываем кара 10 гер, 260 и это, смотри, я буду брать, ну, я думал, 250 плюс будет брать. Ну, мне 245 плюс минимум. Ну, там 260 и шмот падает. Это будет кара ХМ, я думаю, когда ЦЛК 25 откроет, тогда и кара ХМ будет. Ничего покажет. Заметил, ханта поменяли, хоть Рога и не дал много ДПС по первому, все равно изи прошли. Рога вначале ебанул. У Роги там 15 кд пошло было на 400 тысяч, блядь, я охуел. Думал, что баня на голову какой-то он делает. Блин, уебало, набивай. А не уешь, побил. Еще, добавил. Не агри пока, сейчас вниз спустимся, по локу рыбак зайдет. А чё? А, я тут... Всех на баб, всех весь баб есть. Не подтвердил, что у тебя не так. ZRL, что у тебя? Добери, если надо, я говорю, весь, все, что падает с трэша, вот это такая хуйня, если надо, рольте, на лоб, на мейн, без разницы. Если не надо, просто пылить. Короче, геру с пула. Убиваем один раз киврека, все остальные разы его не надо банить, просто уе кливом, если что, забьем. Сейчас еще раз. Все готовы. Давайте еру. Играем в мобах.
Интересно, сколько тут сейчас ретрик из ФПС у нас будет. Тут говорят, если ретрик 15к не дает, то он нанут на весь финс идет. Выкливайте этих детов тоже, пожалуйста. А то их потом будет миньон. Нахер нам это надо. Да, сразу 15 кд после там рейтики, блядь, по кнопкам жмут, да? Ой. 15 тысяч, блядь. Ебану. Может, ты мне поуешь? Или не надо? Прикинь, гандон, блядь, напоследок в эту херню забрал. Редис. Давай сразу вот этот меч тебе на этого вару надо? Танковский. А, это металка, воу. Это метатель. Я, короче, вару сразу скиду, я не буду себя солить. Он больше на... Моника, я тебе скину. Надо, не надо, не знаю. Если не надо, отдай кому-то на распыл. Всё, я рад, блядь. Просто пиздец. Ну, сам пойми или отдай кому-то, я не знаю. Сейчас я масло себе даже намажу, пацаны, блядь. Чё нахуй, я сейчас... Есть у кого быка в платке куплю, блядь? На СПД. Блядь, и вот сколько я хожу, я один раз, вот, блядь, когда мы ещё с Херасим были, типа, я один раз видел кондёр, и то его заанролили. Я в ахуе просто. О.
идет. Нормальная штука. Короче, что, то дорогу поставим на синий, пусть он дамажит на синий. Если что, я... Пошли на этого. На рано. Ну, а что? Давай переставим. Рассказываю. Лок, напоминаю, точнее. Твои будут слева, вот сейчас, как мы в комнату смотрим. Мои справа. Элементали, когда вылезут. И никто не уешит, когда элементали будут, пожалуйста. Давай, настало твое время. Появятся слева и справа по два штуки. Мои, которые справа, и вот которые слева. Да, еще непонятно. Мои вот слева, как. Смотри, расскажу. Вот, Лок понял, просто чтобы Войт не паниковал. Короче, Лок, мои вот слева, как мы в центр комнаты сейчас с выхода смотрим. Твои слева, мои справа. И все. Главное, если... Лок, очень важно, как если будет венец пламени, ты не шевелишься чаром. Если ты не можешь дать фир или бан, ты не фиришь и не банишь. Понял? Это очень важно. Пусть он лучше кому-то ебало набьет, но не вздумай двинуться. Похую там будет. Да, как бы нет с вами. Я затерял вот эти два твои, которые за боссом один и один все красиво, Лок, я тебя обожаю нахуй. Просто в разведку с тобой пошел бы, блядь. Смотри, сейчас надо будет обновлять, наверное. Все. Давай тогда. Да, твой, который слева, Лок, и который за боссом. Мой, который под нами. Я не могу его, хиляйте меня. Потому что венец я не могу развернуться. Хильте. Все, венец прошел? Нет, не прошел еще. Все. Сейчас пройдет, я перну. Вот этого я забанить могу. Этого пернул. Прошел венец? Этого баня. Красиво, блядь. Лок, а перни того под стенкой, он стоит, бьет этого. Гандон, блядь. Беги, беги, малыш! Отошли от него. Надо пернуть. Я одного перну, ты второго перни, который кастует. Там венец не скоро.
отвернул, забанил. Красиво, блядь. Ну, конечно, все сюда не денут. В рандоме. Да, это прикол. Глянь, что с него упало, ебать. Если никому не надо, на офспек, на распыл. Понял. Сериально градус кидаю. Сериально. Ролл. Шея надо? Рога. Кому она еще надо? Может какой-нибудь ретрик, Саманта. Давай, пойти пать. Да, девочка. Да, блядь. Просто охуенчик. Ко мне, блядь, подозрительно везет. Я на этом КД сделал больше шмота, блядь, чем на за все предыдущие вместе взятые, блядь. Просто пиздец какой-то. Вот реально, за это КД 3 куска, 2 куска, кондёр, петель, блядь. Сейчас, если бы ещё маги Гроу Посор выбил, я бы вообще на 8-м месте отчасти был. Я не знаю, я на следующий КД Гроу Магик сам соберу с анролом, и заанролю все после. Он выпадет. Но нам падало, ты тогда не заанролил его? Надо было Посор тогда анролить. Было бы вообще... групповая. Можешь залутать? Где он лежит? Огнестрельное оружие дальнего боя. Давайте, поехали, ролл. Рольте. Сейчас я поставлю. Кому надо, рольте? Ты не заберешь. А, это персональное при надевании? Это что ты этим левел, блядь? Я на себя скину, кому надо будет, дадите огню. Не могу скинуть. Надо скинуть, оно не скидывается. Тут валяется там. Если кто хочет, заберет. Я поставлю кальций на себя. Пошавой. Я не знаю, что она что-то в этом левел подсекла. А, 100-500 стоит, конечно. Ну... Давай сейчас, смотри, дойдем до босса. А, ну вот я говорю, не вот так. Короче, дойдем сейчас до босса, я поставлю 3 минуты. Пойдем покурим с тобой. Потом не бегать. Смотри, смотрителя убили 25 минут назад. По мне так нормально. Два босса уже. Да забей нахуй. Это... Я уже забыл. Не то, что в сферу, ты в целом свой ДПС АУЕ печатью поднимаешь. У тебя освещение больше ДПС, буря больше, у тебя каждый твой удар АУЕшный идет. По идее. Даже когда удар воина свет даешь, он у тебя тоже АУЕшный проходит. Идет. Оно идет от любого. Но сам факт того, что ретрики под этой печатью они больше дамага дают, чем когда подпорчены.
Ну, это Андрей. Сейчас вниз спускаемся. Ставлю ДБМ. Вам всем видно перерыв? Сколько? 3 минуты. Курим быстро. Я тут. А, еще 1 минута перерыв. Поверю, кто здесь. Войда нет. Мана лока. Лок. Лок тут. Че, тогда Войд, ты на синий. Если она будет близко к боссу и нам перебегать придется, я тебя подменю, чтобы съебаться. Понял? Или ты, у тебя есть ботинки на поводине? Лок пришел плюс-минус. Точно ты станешь или мне стать будешь? Ну, смотри сам, у меня минус 20 есть на постоянке. Ну давай, окей. Короче, если вдруг мы танчим здесь босса и нам надо будет туда перебегать, и синяя вот здесь появится будет, то я тебя заменю.
Ты можешь меня пятьдесят нажать. Ты можешь минус 50 на микрофон. Хоть в Африке аспектности, типа, это демон, ну, я же говорю, тебе к чем хуй, у нас так ДПСа хватит его въебашить. Это чисто ты мне бабчик на СПД даешь и присту, дай каску. Можно пристука? О, ура, наконец-то, спасибо. Товар на красный, на зеленый, кого рогу поставим. Если хилам надо будет мана, просто мимо зеленой пробегите. Один тик заберите, у вас фул мана будет. Я готов. Поехали. Пробуем. Да не на меня частицу, а на Void Frozen частицу, Void Knight частицу на него давай. Геру, давай шаман. Шаман Геру. Блять, ну, пиздец. Охуею, пацаны, честно. Лужи аккуратнее смотрите. А зеленая хилит или что она делает? Что зеленая эта хуйня делает? Вот не помню. Минус вот. Лужа умер. Ману жрет. Нет, ты не понял. Я имею в виду зеленая босса что делает. Ну нам, в принципе, тоже надо поесть без вокса хватить. Сколько там стаков у тебя будет? У меня 32 просто. 36. Готовьтесь там. Фаза. 5 секунд. Побежать. Сейчас не успеем. Не успеем. А что у меня? Налога БРа нет. Брыз у нас. Попробуем так убить. Давай я сейчас на синюю стану. На 20 стаков. Не знаю, становись ты, окей. Сразу ближе к центру комнаты перебегите, а потом становитесь на лучи. Зеленую закройте, я закрою зеленую. Я помню, некому зеленую закрыть. Зеленая в босса идет. Или в меня идет. Кого зеленая идет, видите? Танк. А танк в лужу стоит, да? Это нормально. Выйди в лужу, танк. Назад чуть-чуть отойди. Я успею съебаться, мне интересно. Я у него под жопой стою. Ну, ботинок нету, но там телепорт стоит. Я в луже. Отведи босса. У меня маны нет. Готовьтесь бежать. А чё, побежать. У меня маны нет и не успею съебаться. Сейчас, если... А тот массакру. Массакру давай. Сейчас, давай. Это то, о чем я говорил. Вот. Когда появляется там этот, надо ставить того, кто успеет ебаться. И давай к телескопу побегаем, как скажешь. Я ж не против. Ну. Окей.
Да, окей. Давай так сделаем. Вот диска на лампе. Кто осмелился призвать меня? Шкаф поставлю, беса вызову с умоним остальным. Так что, бегаем через копу, да, короче? Кальф тогда, как, чё? Я хз, я просто так не бегал ни разу. Нажмите на сумон, ну чё стоим? О! Ну, нормально, да, но если у тебя появляется... Короче, синяя сфера. Один человек может не успеть съебаться, кто стоит под этим, под стенкой на луче. Там чаще всего синий луч появляется. Если там красный появляется, а синий в центре комнаты, тогда это охуенно. А если синий появляется возле стенки, это хуёво. Это очень хуёво. Да ничего, просто я так понял, ты, Вар, будешь бегать, как мы и бегали, а весь остальной рейд будет бежать в телескоп. Походу это так будет, да, Вась? Кого дать мойся? Ну, на тебя по-любому. Упал я. Я дам упал. Моника крест. Дай на этого, на Void Knight, а второй СС. Пусть на нем будет на всякий случай. А, два СС от хп. Понимаю. Понимаю. X2, да? Керу шаман. Нажми, пожалуйста.
зеленую закройте, он же хилится. Тот, у кого маны нет. Я до этого просто зеленую держал, я без маны сейчас. Вообще не весело. Роган, а тебе зеленый лучше, давай. Говори. По зеленый сказать. Ты там похуй вообще, у тебя энергия, а не маны. Поебать на нее должно быть. Что, умер? Глужа? Или где он у нас? Тупал, хим один. Тут можно и в соло тупалом пройти, где в соло. Он второй раз сдох там же. Дай этот. Я хуй знаю. СС на ком есть? Нет, СС. На холипале есть? Смысла нет. Я тебе говорю, давай я на луч стану. Мы очень мало типа снимаем ему за вот эту перебежку. Он 4-5 кады создает, пацаны. Неизвестно там, сколько хилился и еще пока зеленый луч на нем был. Тут как бы. Лучи не закрыты. Вар сначала не понял, как перебегать. Давай, может, я... В принципе, тактика-то нормальная. Да, что-то одинаковое, что это одинаковое. Вообще похуй, в принципе. Да, то есть что-то. Короче, просто смотри. Чекайте, что да. Тоже, чтобы луч не перекрывали другие. Смотри, бегаем так же, как и бегали, но... Я стану на синий луч. Ой, слышишь? Ты стоишь, страхуешь в мелизоне. Если вдруг я откинусь, ты просто да захилят. Просто если лужа будет, два тика, если я успею вылить. Там, ну, я стоял уже, много раз стоял, и, типа я успевал. Сейчас холи пал, кидаешь частицу на хард моды и по КД эту священный щит, или как она называется, вот эта хуйня, я не помню, и ее по КД вешать на мне висел. Сейчас точно скажу, как она называется, там вроде в талантах даже ее качать можно, не ошибаюсь. Да не надо, если вдруг. Сакра дается это на тот случай, если вдруг лужа. Просто сейчас я стану... Смотри, на скольких стаках? Значит, на третью лучше продаст окруну. Пускай я хуй. Между заслона темной магии или что? Я пока не могу прочитать это. Но он, хуй знает, 30 секунд КД и висит 30 секунд. Есть зероэд. Дай обмен на хард. Что, все здесь рыбаками? Все готовы? Прохильте или что у них всех пуха там? Смотри, шаман, как только видишь лучи в игроков пошли, сразу еру нажимай. Поехали, танк.
Частица есть, а этого не видно. Ну, не к телескопу надо дальше, чем к треугольнику бегать. Прям. Смотри, осталось, сколько мы за этот раз сняли. Сразу перекройте, пожалуйста. Трогай зеленый, самое главное. Да не, вот все, схватил. Хилили? Мари, пожалуйста. Танк прожми, он там два раза в тебя плюнет, чтобы ты не сдох. 40 хп у него. Рога, смотри, зеленая, она за боссом, прям за боссом в спине. Босс хилится. Все. Не, нормально, забрал красава. Станьте на синий луч, за то, что вы босса водите, у меня дебаф 2 минуты. Станьте на луч кто-то, быстрее подойдите. Он что есть, что нет? Я встаю. Кого... Все, следующий, у меня дебаф 2 минуты, и тогда кто, будете или приз становитесь, без разницы. Просто он, когда босса ведет, луч переводит со мной. Войт, ты станешь или приз станешь? Да, давай, Войт, у тебя побольше ДПС будет, вставай. Приз становишься, как у Войда дебаф спадет, он тебя поменяет сразу. На синий, встаю на синий. Зеленый луч опять босса будет. Рога! О! Я хуею. Я не знаю, но нихуя не это не идет. Нихуя, не стакает даже.
А, во, пошел. Последний луч, там 6 лямов. Ну, я сейчас стану на луч, у меня нет колевых. Подожди. Рога, ты видишь? Зеленые порталы, красные порталы, синие порталы. Они появляются треугольником в комнате. Ты их видишь? Брат, пожалуйста. Поставь лут, пожалуйста. А это одного заебашь. Где ты меня лозун, блядь? Пизда, блядь. Пацаны, я сейчас сдохну, там под локом готовьтесь, буду спать. Ой, не буду, а на лучше, я имею в виду. Бля, нахуя ты ведешь? А там лужа, блядь, извиняюсь, то я уже все подумал. Сейчас после этого босса идем деву убиваем, пацаны. Потом на Молчезара идем. Или нам надо портал открыть? Или когда это... Да, ну убьем мобов, значит, и на деву идем. После девы идем на Молчезара. Ну, давай сразу. Ролл, хэпал, шан. Надо кому-то, нет? Неплохой грудак, да. Хэпал, там надо? Ребята, холи пал. Поехали. Там. Миники, кто у нас? Войд, Ретрик. Надо тебе, Моника, на успех надо? Моника, на успех надо, нет? На успех ролик кому надо. Моника выиграла. Так, куда упасть, куда надо, блядь. Если этот, у кого, у Хулипала или у Шамана есть тех, блядь? Плюс, минус, напишите. А Шам и Хулипал есть тех, блядь, у вас? Нам просто не надо два хила на вас босса. Ну трёшку да.
Большой прошел, собирай. Подожди, собирай вот этих двух и беги туда по ступенькам наверх. Тремя. Быстрее, пока большой пошел вход. Я хуй знаю. Поехали. И в десятку не хочешь пойти по снегу? Я нахуй не палал. Века десятку. Ну я хули палом пробую. Не. Не, просто обычный века пойти. ИХМ. ИХМ. Ну да. Не, хули палом рано вылукать. Блять, 225 там левел проф нихуя нет. Я им чисто. УД отбиваю и продаю, блядь. Вообще нихуя не делаю. Ну такая вот хуйня. Поднимайтесь наверх. Сейчас надо телепорт открыть вам. Главный холл телепорт делай. Через подвал на второй этаж поднимаемся. Рога, знаешь, как идти или показать надо? Все остальные помнят, как мы шли вроде. Я же говорю, сейчас мы этого деву убьем, идем на ласта, убиваем ласт босса. Если у кого-то есть желание остаться и убить коня, потом, кого нам еще можно убить? Короче, если человек 7 останется, если человек 7-8 останется, то можно будет дальше пойти поубивать боссов, они не такие прям и сложные. Там плюс конь. Да. Единственное, это...